В Краснодарском художественном музее имени Коваленко открылась выставка работ фотохудожника из Греции Костаса Асимиса. Она называется «Мой Афон». Это на открытии экспозиции побывали наши коллеги из Екатеринодарской епархии. Официальное открытие состоялось ранним утром, и тем не менее залы уже наполнились посетителями. Монашеский остров. Небесная звонница, духовный алмаз на деснице Творца, Афон – это четкий в руках Богородицы, обнявший молитвой весь мир без конца. Открыла выставку министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина. Разрешите поприветствовать вас по поручению губернатора Краснодарского края Ильина Ивановича Кондратьева с пожеланиями мира, веры и добра. Вы знаете, когда мы монтировали эту выставку, я прошла по ней и получила незабываемые впечатления, потому что, конечно же, нам, женщинам, невозможно быть на Афоне, но через эти работы я там побывала. С речью к собравшимся обратился генеральный консул Республики Кипр Никос Василиу. После него речь держал сам автор произведений. Я не умею ничего говорить, хорошо, вот с этими микрофонами я могу показывать. Посмотрите выставку, будут вопросы, пожалуйста, подходите. Я проведу эту экскурсию, и как у нас говорится, на Афоне, дай Бог всем здоровья. Спасибо, Господи. На выставке представлены и архивные фото, созданные в монашеской афонской мастерской в конце 19 века. Сам Костас 32 года снимал, собирал и обрабатывал афонские фотографии. И годы эти не прошли даром. Благодаря такому собранию многие из нас смогут прикоснуться к святому Афону. Выставка посетила уже несколько городов России. А в планах администрации Краснодарского края провести ее и в других крупных городах Кубани.